Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, наконец-то я разобрался с этим модом. Я просто установил другую версию этого мода, и вот появилось это окошко. А там, где новая версия этого мода, то этого окошка нету. Не знаю почему. Но, ребята, давайте оденем наши мечи. 15 урона. А, вот так вот. Сейчас мы, ребята, вообще вырубать всех будем. Ну, я так думаю. А эти вроде мирные, да, но все же просто попробовать. Так. Идем, наверное, ребята, все-таки, может, найдем какого-то. Вот там как раз Magikarp есть. Чтобы еще такого не очень. О, нет, ребята. Ну, сейчас. Ух, Seeking. Так, ребята, нет. Вот там он. Сейчас мы его прокачаем немного. Отлично. И я тут где-то муравья видел. Вот он. Да я же не в тебе трансформ. А, я его убил, твою ж мать. Ладно. О, это что там взорвалось? Я слышал. Ладно. Так. Опять этот босс. А вот сейчас, зараза, иди сюда. Сейчас иди сюда. Зараза. Сюда, сказал, иди. Сейчас мы его попытаемся убить. Вот эту... А, он пропал. Ну, вот сейчас как раз убежал. Когда у нас мечи вот эти, да? Так. Вот. Ну что, ребята, попробуем идти в другое измерение. Да иди ты сюда, вот эта трава. Вот, отлично, ребята. Сейчас мы попробуем, посмотрим, что это такое тут будет. Или стеклянное измерение, как я знаю. Или есть еще какие-то. Это вроде стеклянные обычные. Хотя фиг его знает. А, нет. Оу, лаги. Пускай прогрузится немного. Так. Овечки. Как раз овечки нам нужны, чтобы кровать себе сделать. Так. Сейчас. Все вроде не лагает. Нет, немного лагает. Лагает? Нет. Сейчас. Так, ребята. Ладно. Идем и дальше. Бьем сейчас еще парочку овечек. Возьмем их шерсть, возьмем яблочки, я тут вижу, валяются. Ух, на карте тут вообще какая-то хрен разбериха, можно и так сказать. Нет, сюда мне не нужно. Сейчас. Тут яблоки везде валяются, но это, в принципе, и отлично. Что, ребята, идем попробуем залезть на это дерево. Я, в принципе, даже не знаю, что там может быть. Если бы мы могли как-то летать. Ну, в смысле, в том смысле, что... Нужно было где-то убить какую-то птичку, чтобы можно было летать. Сейчас я фиг где-то найду тут птичку. А вот на этом нельзя. О, птичка. Конечно, если бы не глючила, то мы бы ее убили. Где ты? Где ты, зараза? Вот она. Да, если бы ее вот так легко можно было убить, да? Попасть по ней. Чтобы просто туда не залазить долгое время, да? Ух. Да ну нафиг. Убили. Нет, нельзя летать. Фиг я знает почему. Я же помню, я убил как-то птичку, да, и можно было на ней летать. Ну, охренеть. Не, ребят, чё-то никак нельзя летать на ней, ладно? Нельзя так нельзя. Будем так забираться. Я так думаю, это будет просто нереально долго. Тут еще такие... Вот эти...
ступеньки какие-то непонятные. Ну, сейчас попробуем. Если, конечно, сейчас заберемся на самый верх, это вообще капут будет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тут опасно у вас. А, нужно было сделать себе... У нас есть. Ну, конечно, он почти что поломанный, но... Так. Вот глючить в этом мире немного, как я понял. Сейчас мы как-то отсюда выберемся. Постараемся хотя бы. Там наверху, в принципе, должно что-то быть, да? Должно, но я не уверен, будет ли. Тут куча вот этих всех ступеней. Так, отлично. Уже немного так и залезли, да? Сейчас давайте покушаем. Как нам потом назад вернуться? Вроде опять на муравья, да? Нужно нажать. Только его потом еще найти нужно будет. Вот, вот. О, голем, офигеть. Я надеюсь, там наверху что-то будет ценное или хотя бы какие-то ресурсы, потому что мы сейчас туда залазить не так уж и быстро будем, да, вот с этими лестницами такими непонятными. Что фиг его знает, что это вообще. И как тут залезть? Я не представляю, если честно. Так, вот так. Чё тут такое творится? Офигеть. Вот тут всяких путей, дорог или что это такое? Ладно, будем таким способом. Обычным, можно сказать. Я просто не уверен, что там что-то будет. Мы, наверное, просто все же просто так забираемся, как я понял. Или может будет. Нет, ну все же давайте все-таки действительно заберемся туда на верхушку. Посмотрим, что там. Просто дерево какое-то странное, и тут же есть лестница. Если есть лестница, лестница, то значит, зачем-то она нужна, по идее, да? Хотя, как я понял... О, вот, нашли все-таки, ребята. Нашли. Два блока изумруда. Офигеть. Нашли все-таки, действительно. Я просто еще немного выше заберусь, так как... тут тоже что-то может быть, да? Но, походу, нет. Нифига нету. Вот, вот, там еще два блока изумруда. Хм. Ну, туда мы, наверное, забираться не будем. Нам бы сейчас вот сюда спуститься, как бы спуститься. Наверное, сейчас я что-то поэкспериментирую. Или... Попробуем. Нет! Попробовали, твою мать. Я же... Курица же должна летать, ну как бы не летать, а плавно спускаться. Но что-то она никак не спустилась и вот что-то приглючила. Ладно, ребята, гай уже. Воу. Она же летать должна как бы более-менее, как я знаю. Ух, ладно, не буду я туда опять подниматься, это долго будет. Так что идем мы, наверное, домой. Я понял, что тут есть вот эти блоки, тут есть алмазы, наверное, на верхах. Иногда. Ну, так как вот там есть изумруд, значит, может иногда быть и алмазы, да, может быть еще что-то. Я так понимаю, да? Ну, в принципе, ребята, сейчас мы туда опять не будем подбираться, забираться. Я думал, что все-таки... Курица как бы плавно спускается, я уже раз пробовал так, но это вроде не с курицей было. А ну давайте. Нельзя, нам нужно вернуться
Нажав на... А, хотя нет, можно. Или это мы опять в другой мир какой-то телепортнемся. Твою ж мать. Сейчас мы так по мирам будем тпхаться. О. Это чё ещё? Это мир какой-то новый. Ну понятно, что не наш. Потому что тут куча всяких деревень и какие-то другие монстры, ребята. Ух, как я понял, сейчас мы хрен домой попадем. Так, а ну секундочку. Так, ребята. Или нужно искать. О, еще новая шапочка. Или она уже у нас есть. Или сейчас нужно искать муравья, который может нас тпхнуть в обычный мир. Или просто-напросто вот тут позависать немного. Потому что я просто идей не знаю. Нет у меня идей, как отсюда выбраться. Тут. Ух, хрень! Иди в жопу! Да. Еще вот этот мир для нас немного такой, немного такой, да. Вот так, да. Немного такой. Охренеть, забежали, значит, в новый мир. Да. Так. О, еще новая шапочка. Харе, харе, тут. А вот эта шапочка у нас есть? Нет, нету, но уже есть. Так, ребята, как нам отсюда выбраться? Зато это мир свинек, ребята. Сейчас мы себе кучу еды добудем. Так. Нужно искать муравья. Сейчас я выключу траву. Ну, как бы дополнительную, да? Итак, ребята, вернулся я домой наконец-то. Нашел я все-таки вот того муравья, который нужен был. Но нашел я без съемки, так как просто действительно еще долго бегал и вот эти лаги. Вот я, ну я в принципе не понимаю, ну почему есть вот эти лаги? Но никогда я не понимал, почему есть лаги. Действительно, ну почему? Нет так, что лаги просто реально лагает. А так вот, когда ты играешь, где-то путешествуешь, туда бежишь, назад бежишь, как бы лагов нету, да, но иногда вот такие миллисекундные подвисания и тормоза, и вот это действительно бесит. Я не знаю почему. 100 FPS это и не скажу, что маленькое, но вот есть такие лаги. Иногда не знаю. Ну вот, нет лагов. А когда ты так бежишь, и через пару секунд просто-напросто захотелось, да, и начались лаги. И просто не понимаешь, почему. Я уже не знаю, почему. Я уже все пробовал, но и так лаги. Ладно, убили нашего маткипа, сейчас мы его вылечим. Я так думаю, ребят, на этом уже можно закончить эту серию. Вот эти измерения, да, там куча боссов, конечно же, но, как вы видите, наша бронька еще, конечно, не для этих боссов, можно и так сказать. Железная, но все же. Итак, никак мы их убить не можем. Поэтому, ребята, я сейчас думаю, наверное, все-таки мы немного прокачаем нашего маткипа. Может, если в нормальном мире встретим каких-то боссов, то их поубиваем. И, в принципе, ребята, я думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз скажу, 100 лайков и новая серия. Не забываем об этом. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.